Может ли бизнес обладать интеллектом? Ответ на этот вопрос дает так называемая четвертая промышленная революция. Новый подход к формированию производственных процессов обещает значительное повышение эксплуатационной эффективности, а также возникновение абсолютно новых бизнес-моделей, услуг и продуктов. На цифровом производстве машины, сырье и готовые изделия связываются в интернете вещей и совместно управляют производством. Изделия сами находят свой путь на всех этапах производственного процесса. Цель – гибкое, индивидуализированное массовое производство. Компании SAP и МГТУ работают в совместном проекте в области промышленного интернета вещей. Результатом этой деятельности стала концепция распределенного производства, при которой формируется индивидуальный заказ и создается минимальный размер лота. Этот пилот был уже успешно показан клиентам SAP, а также первым лицам страны на конференции ЦИПР в Казани, а также и на проме в Екатеринбурге. Развитие данного направления позволит решать в том числе и стратегические задачи на уровне государства. Наш проект представляет из себя концепт распределенного производства. Реализовано управление и взаимодействие между несколькими производственными площадками, одна из которых находится в учебно-производственной лаборатории МГТУ имени Баумана. Все они функционируют под управлением системы SAP, которая связывает их в единую производственную цепочку. Таким образом, мы можем не только отслеживать работу каждой из производственных площадок и получать данные о ее эффективности в режиме реального времени, но и реализовывать управление и взаимодействие между площадками в рамках межзаводской кооперации. Также немаловажной особенностью индустрии 4.0 является способность изделия самоидентифицировать себя в рамках производственного процесса на производственной линии. То есть, грубо говоря, подходя к следующей операции, изделие говорит: «Уважаемая система, я такое-то, такое-то изделие, подскажи, пожалуйста, что со мной делать дальше?» Таким образом обеспечивается необходимая гибкость производства. В настоящее время очень многие обсуждают тему четвертой промышленной революции, интернета вещей. Но что действительно важно, это перейти от разговоров к реальным действиям, к реальным решениям. Именно этим мы и занимаемся. Наш проект ориентирован на любую гибкую производственную систему. Для демонстрации этого был разработан макет, который включает в себя такие производственные модули, как токарный, фрезерный, включает в себя складскую систему, включает в себя транспортную систему. Именно этот макет демонстрирует то, как можно перевести систему управления просто со стационарной на облачное управление. К началу совместного проекта с Бауманским университетом нас на самом деле сподвигло то состояние рынка, которое мы сейчас видим в мире. Многие компании понимают, что рынок настолько динамичен и требует быстрой реакции на потребности покупателя, что нельзя больше пользоваться старыми технологиями и старыми методами ведения производства. Сейчас на рынке огромное количество маленьких фабрик, небольших производств, которые по факту могут приносить дополнительную выгоду. И если эти фабрики объединить в единую облачную систему, которая бы позволила не выполнять отдельные задачи, а действительно выстраивать полноценное производство из таких небольших фабрик, это позволило бы принести совершенно новую модель на рынок. Да, это очень сильно изменило бы подход, а главное, дало возможность вот этим маленьким фабрикам вырасти в крупные производства и принести что-то новое на наш рынок. Мы понимаем, что как компания SAP мы имеем огромный опыт в индустрии, мы имеем огромный опыт в программном обеспечении, но мы не могли обойтись этим, когда мы говорим о российском рынке. Нам необходимо четко понимать специфику рынка, нам необходимо знать, как он живет, чем он дышит. И именно для этого мы создали совместный проект с МГТУ имени Баумана, потому что коллеги из университета, они прекрасно понимают, что сейчас творится на рынке, они знают специфику, они знают прекрасно, как работает наше производство, и поэтому я считаю, что наш совместный проект сможет привнести что-то от нас, от глобальной компании, но принести это в том виде, который действительно нужен российскому рынку.
Для разработки этой системы использовалась самая инновационная платформа SAP SAP HANA Cloud Platform. Это облачная платформа, которая расположена в дата-центре в России, одном из самых защищенных дата-центров в мире и самом защищенном дата-центре в России как таковом. Наша облачная платформа позволяет не только быстро, но и легко разрабатывать, использует самые последние технологии для построения как и коннектов, так и интерфейс. Мы используем небольшую часть open-source технологий и наши проприетарные мощные технологии, такие как SAP HANA для ускорения вычислений. Поэтому наши уважаемые коллеги разработали буквально за несколько месяцев очень мощную и гибкую систему для подключения производственных линий, производственного оборудования в облако, чтобы иметь возможность доступа к этим системам любому, абсолютно любому желающему. Наверное, самое интересное, что проект разработан силами молодых и талантливых студентов, которые имели возможность получить знания, решения SAP, продуктов и применить эти знания на практике. Вот мне кажется, что уникальный сплав теоретических знаний, мощного базового фундаментального образования, которое дает МГТУ имени Баумана, и практического опыта использования решений компании-лидера на рынке корпоративных информационных систем имеет синергетический эффект.